Всем привет, друзья! С вами Константин Лазарев, и вы смотрите канал Лазарев Тактикал. Я нахожусь на выставке «Армия-2020» на стенде концерна «Калашников», и у меня в руках, без преувеличения, главная и самая горячая новинка этого года – новый пулемет РПЛ-20, что можно перевести как ручной пулемет ленточный. Это достаточно новый тип изделия для российского оружейного рынка. Конечно, сейчас информации по пулемету еще не очень много, но все-таки что-то эксперты концерна «Калашников» сказать могут. Интерес к такому типу оружия был достаточно давно, и мы очень рады, что на этой выставке можем представить уже стреляющий прототип. Это не какой-то макет, на выставке можно посмотреть видео, как, собственно говоря, его уже испытывают. Пулемет нормально стреляет, но, конечно, нужно понимать, что в процессе испытаний и его внешний вид, и его характеристики еще неоднократно изменятся. Ленты для 5.45 как таковой не существовало, она была разработана с нуля, была разработана оснастка для ее производства, все это делается в нашем предприятии. В целом отзывы очень положительные, отдача минимальная у такого типа пулемета в целом. Вот. Но опять же, повторюсь, это прототип, он еще будет меняться, и мы еще, я думаю, неоднократно увидим его модифицированную, усовершенствованную версию. Компактный ручной пулемет с ленточным питанием, использующий промежуточный боеприпас. Мне лично в голову сразу приходит сравнение с М249 Minimi. Действительно, данный пулемет относится к тому же классу, что и М249 Minimi. Но у него есть одно существенное отличие. Если вес М249, он же FN Minimi, бельгийского производства, пулемет, состоящий на вооружении армии США, множество стран НАТО. Так вот, вес этого бельгийского пулемета стоит 7.5 килограмма. Сейчас, на данном этапе, в варианте с коротким стволом, наш пулемет получается на 2,3 килограмма легче. В стрелковом оружии вот такая разница встречается очень редко. То есть те технические решения, которые здесь были применены, позволили его сделать действительно очень легким, примерно весом, как ручной пулемет с магазинным питанием. Так что, конечно же, стоит задача этот вес сохранить. Это одно из главных его преимуществ. Чисто по внешним ощущениям, на самом деле, от удержания, пулемет достаточно легкий, несмотря на то, что он ленточный, у него в коробе помещается лента на 100 патронов, он достаточно легкий и его легко удерживать, даже стрелять в положении с рук. Несколько слов о том, что интересного в этом пулемете реализовано. Ну, во-первых, он уже в базе весь очень удобный и очень эргономический, начиная с приклада полностью регулируемого, да, пластикового, причем складного даже, насколько я вижу, да. Пластиковая эргономическая рукоятка, двусторонний переключатель режимов огня, предохранитель. Также здесь уже в базе все необходимые планки Picatinny, как видите, да, для установки коллиматорных оптических прицелов, каких-то лазерных целеуказателей, да, видите, здесь смонтированы. Помимо версии, которую вы сейчас видите у меня в руках, будет еще версия и с коротким стволом, так называемым штурмовым. Это для того, чтобы военнослужащий или сотрудник, вооруженный этим пулеметом, мог зайти куда-то в здание, в помещение в ограниченный объем. И кроме того, вот судя по креплению дульного устройства, на пулемет можно будет установить, скорее всего, какие-то ДТК закрытого типа, приборы бесшумной стрельбы или что-то подобное. На этом все, друзья. Обязательно напишите в комментариях, что вы думаете по поводу данного изделия. Пишите свои вопросы, свои впечатления и свои пожелания. Я очень надеюсь, что в ближайшее время мне удастся сделать для вас более полный обзор уже со стрельбой. А на сегодня это все. Я напоминаю, что вы смотрели канал Лазарев Тактикал. Ставьте лайки, подписывайтесь и не забывайте на колокольчик нажимать. С вами был Константин Лазарев. Пока!